Итак, народ, всем привет! Я как-то планировала почистить плиту с разными средствами, духовку конкретно, и посмотреть результат. Вот у меня есть от Amway, от Миле, неправильно, наверное, читаю, Миле Рут, и от Faberlic пробничек, который мне как-то приходил как подарочный вместе с заказом. Сейчас буду их тестировать, потому что самое интересно, какое все-таки средство лучше. Кстати, вот эти два пахнут так себе. Вот Faberlic пахнет очень даже приятно, но как чистит, еще не знаю. Сразу сейчас покажу, что у меня в плите, в духовке, насколько у меня тут все подзапачкано. Я ее не чистила какое-то время специально, чтобы посмотреть, какой будет эффект. Так, одеваем перчаточки. Из этого никак. Это химия, надо руки защищать. И погнали. Обработаю разные стенки разным средством, ну, каждую своим, так как у меня их три, и посмотрю, где будет лучше. Засеку время, чтобы они были на экспозиции одинаковое время, и посмотрю, за какое время какое средство лучше очищает. На левую стенку отправлю вот это. На заднюю стенку у меня пойдет Amway. Тут я вижу, что прям уже растворяться начинает. Так, и на правую. Я сейчас отправлю Faberlic. Вот такой гель. Пахнет лучше всего. Пройдемся еще разок. Тут прям даже сомнений нет. Так, ставлю таймер на 20 минут. Все. И низ сейчас сделаю просто уже омываем, потому что я знаю, что это хорошее средство. Духовочку я закрываю и на 20 минут оставляю. Итак, мой таймер мне говорит, что 20 минут прошло. Сейчас я буду проверять результат. Проверять буду с помощью сухих салфеток. По каждой стеночке проведу, посмотрю, насколько оно очищается. И, наверное, так как у меня было время на нанесение, дано где-то по минуте, то буду проверять с интервалом в минуту для каждой стороны, так сказать. Чтобы не получилось, что где-то меньше, и другому средству у меня шансов не дано проявить себя полностью. Начнем мы с левой стенки. У меня было вот такое средство. Салфетки. Ничего у меня не сходит, все тут полностью высохло. Да, не очень хорошо. Так, жду минутку. Теперь задняя стенка. Там у меня было средство Amway. Сейчас проверим, как стирается. Просто сухой салфеткой. Ну вот видно, да, что все.
все это уходит. Еще минутку даю фаберлику. Так, и теперь у меня правая стенка, это фаберлик был. Тоже видно, что тут все плывет, то есть эффект есть. Ну, в общем, тоже снимает. Не прям феноменально, но лучше, чем самое первое. Так, я все протерла. Сейчас я сделаю просто фотографии, чтобы было с чем сравнить. И мы уже оценим. Все, тест мой закончился. Я считаю, что он абсолютно честный. Три разных средства, три разных результата. Ну и в принципе так видно, да, что победила дружба, то есть задняя стена и низ, которые были обработаны Amway, дали наилучший результат. И единственное, что еще хочу сказать, первое средство, чем, наверное, не подошло, оно какое-то не такое, не густой консистенции, то есть оно быстрее стекает со стенки, быстрее высыхает, но меньше у него идет продолжительность эффекта непосредственно на поверхность, на загрязненную. Самое густое был Amway, лучше всего держится, поэтому эффект у него и получше. Он прям такой гелеобразный, хороший. Ну и фаберлик тоже гелеобразный, но видно по результатам, что далековато ему все-таки до Amway. На этом я заканчиваю. Сейчас еще раз проведу обработку средством, которое зарекомендовала по моим ощущениям себя более хорошо. Итак, я сейчас протестировала вместе с вами три средства от разных производителей. Это абсолютно не реклама. Я просто это делала для себя, чтобы определиться и понять, какое средство мне более подходит для дома. Для меня однозначно победителем остался Amway. То есть самую загрязненную стенку я ему дала, и он справился лучше других. Что я считаю, что вот с этим средством, которое Миллерут, то, что ему не хватило вязкости, густоты, поэтому оно не очень хорошо держалось на стенке, поэтому быстро высохло и не смогло показать, проявить себя в полной мере. Фаберлик неплохой по вязкости, то есть такой гелеобразная субстанция, тоже держится неплохо, пахнет хорошо, но очищает похуже. Amway пахнет так себе, но работает действительно качественно. Ну и разумеется, да, у него хорошая гелевая такая текстура. То есть он не сползает со стены, и результат при нанесении прям видно практически сразу, что начинает все это растворяться и уплывать. Ну, в общем-то, закончили мы с вами тест. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это, конечно, ну, помимо влогов, будем еще делать видео, возможно, и в таком формате. Будем что-то тестировать. Мне тоже это очень интересно. Всем пока!